Представительство фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку появится в нашем городе. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве. Как отметил министр региональной политики Игорь Яковлев, этому способствовала активность новосибирских некоммерческих организаций. Регион входит в тройку субъектов-лидеров по объемам господдержки общественных инициатив. В прошлом году в конкурсе президентских грантов победили 100 заявок из Новосибирской области. Среди них некоммерческие организации из Северного, Устарского, Черепановского, Искитимского районов, также Берска и Оби. На реализацию социальных проектов из федерального центра регион получил больше 200 миллионов рублей. И добавлю, что прием заявок на следующий конкурс уже открыт. Знаковое событие. Это еще раз подтверждает наше лидерство в развитии гражданского общества, в поддержке некоммерческих организаций. Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к просьбе Игоря Николаевича и попрошу оказать максимальное содействие общественным организациям, с которыми вы взаимодействуете, по подготовке заявок и материалов для участия в конкурсе. Нам очень важно не только обеспечить наше лидерство по количеству участников программы фонда президентских грантов, но и по качеству проектов.